Отопительный сезон в Казахстане пройдет стабильно. Об этом заявил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в СТК. По его словам, масштабные ремонтные работы на электростанциях и линиях электропередач подходят к концу. Уже отремонтировано 5 энергоблоков, 30 котлов и 26 турбин. Работы продолжаются, и к зиме все будет готово, подчеркнул вице-министр. В том же Екибастузе этот износ снизился достаточно сильно. Сейчас износ, насколько я знаю, там меньше 60%. Поэтому из 10 котлов у нас капитальный ремонт в прошлом году прошли 8. В этом году мы еще один его делаем, котел 15. Поэтому уверенность, что этот отопительный сезон также пройдет стабильно, у нас есть. Вице-министр также рассказал, что решение о сроках начала отопления местные акиматы принимают самостоятельно, исходя из погодных условий. К примеру, Павлодар уже включил отопление в социальных объектах, а в других городах подключение запланировано на конец сентября.